кажется, сделали вот такого однямчика. Да, ребята, всем привет. На поделке в детский сад мы решили из перца сделать амняма. Вот мы поделали. Смотрите, что у нас получилось. Вот такой вот офигенный ням-нямчик. Страшный. Я тоже хочу смотреть. Ох ты, боженьки мой, да это какой-то монстр-объедаска. Так, расскажи, как ты делала амняма? Я делала амняма с помощью пластилина. Так, да, дальше. Останови его, рассказывай, что ты делала. Мы делали амняма из таких вот глаз вот этих. Сначала что, мы взяли перчик, да? Да. Такой подходящий. Да, вырезали, да. Нормально говори. Вырезали рот. Туда засунули пластилин, да, чтобы можно было прилепить язык и зубы. И прилепили глазки. Да. А теперь я расскажу. Чтобы прилепить, нужно что? Зубочистку взять и воткнуть, потому что к перцу пластилин не лепится. Да, почему-то. К патиссону лепится. Что мы тут еще? Да, почему-то к перцу не лепится, а вот к патиссону у нас прилепился. Еще мы сделали такую летающую тарелку, Маргарита. Да. Тут. А еще надо вот такую дверку сделать. Угу. Сейчас я... будем украшать. Так, где тут? А, дары осени, да? Поснимаем. Ну, смотри, пчелки. Обойдем пчелки. Ты какой ёжик? Какой зайчик! Прима! Мама, смотри, зайчик! Угу, сейчас подожди. И вот это мы снимем. Смотри, лиса какая. Мама, а вот смотри, какие эти пингвины. Да, вижу. Я уже увидела его. А тебе хотела показать. Я хотела... Прикольно, наверное. Гладенький. Баклажанов, да? Да. Ой, слышишь? Рыбка Немо! Прикольно. Да. Рыбка Немочка. Рыбка Немо. Рыбка Немо, рыбка Немо. Смотри, дорожка из чего? Из камней. Нет. Из семечка. Стыки соседи. Смотри, какие часы. Мама и папа. Из картошки и морковки пластилин. Да, такая вот. Виноград. Яблочки. Вот это яблочки, это морковка. Тыква. Смотри, кто о, это. Маленькая игрушечка. Там куколка. Да, белочка. Фу, ты как там ее? А смотри, из картошки ежик. А это, смотри, домик. Из тыковки. Мы за давно смотрели. Да, ну мы сейчас еще посмотрим. Часики. О, и семечек, дорожка и семечек. У-у-у. Да, из каких это арбузные семечки, да? Да. Замечательная идея. Ух ты, вау. Ёжик какой. Ай, куличик, ай, калачик. А вот тоже какой. Все детки делали сами. Рита, это зайчики, а это лисичка. Белка, белка. Нет. Нет. А это еще. О, это смотри, это прям настоящие соты пчелиные. Прям настоящие. Откуда они взяли? Из улика. Смотри. Прикольно. Пчелка вон мед добывает. Ух ты. Кто? Вот там принцесса. Там телепаска ниндзя. Смотри, машина. Пошли телепаска ниндзя. Ой, пингвин.
Та-танк. А из чего вы сделали эти самые? Классно. Как они? Из тыквы, что ли? Из тыквы. Да. Нет, вот это вот из чего? Колеса. Колеса из тыквы. Тоже из тыквы? Да. А скрепили их болтиками. Как папа такое придумал? А нет, вот скрепили мы их спичками. Это папа для красоты просто придумал. А идею, кто, чья была идея? Папина? Мама, а почему? А, смотри, какой классный. Черепашка-ниндзя. Мама, почему мама от лука не плачет? Плачет? Он потому что это... Смотри, ёжик, смешарики, лосяш. О, сова, как её зовут, забыла. Совунья. Совунья. Муша. Так, кто тут здесь? Что это? Кто? Это кто-то в лодке плывёт, да? Это яблочко, лимон и груша. Угу. Красивый замок. Смотри, блёсками тут. Смотри, какой зайчик. Ёжик. Маргарита. Саса. Какие классные. Пингвины. Вот никогда б не догадалась. Этого. Рыбка. А это кто? А это тоже кто-то. А мне лосатка нравится. Будешь его смотреть? Корма из картошки, ой, из этой, из капусты цветной. Смотри, какой классный. Мама!